Привет всем! Еду сейчас в посудный секонд-хенд. Посмотрим, что там сегодня есть хорошего. Проезжаем живописную деревеньку с названием Камбург. Сегодня буду снимать на новую камеру, на новый телефон, точнее. Так что посмотрим, как все получится. Da musst du recht geben. Ich habe noch heute gefunden, wenn ich auf meine hingehen und die haben Gott sei Dank kommen wir her. Ja, ja. Aber warum soll ich es nicht machen, wenn ich keine Hilfe brauche? Immer. Ja. Was sagst du jetzt in Mai? Mai, Mai. Aber wir telefonieren immer, sind wir hin. Aber хорошая тарелка, красивая, только вся поломанная. Тоже красиво. Подсвечник. Это интересно. Очень даже. Очень красивенькая. Вот я возьму
Хорошая кружка. Румынская. Тарелки тоже красивые. Пара тоже вот эта, как мне нравится, ГДРовская. Лихта фабрика. Тоже тарелочки хорошие. Это где-то 80-е годы. Тарелочки. Вот это тоже интересная штука. Это ставить это для бумаги. Бумажное полотенце. Рулон бумажных полотенец. Такая вещичка. Симпатичная керамика. А вот это вот немецкая керамика уже. Хорошая очень. Качественная формана. Досочка тоже хорошая. Очень хорошенькие блюдечки, но у меня их уже очень-очень много. Шварценхаммер Бавария. Тоже прелесть. Целое трио. А это вот чашечка, наверное, от этого блюдечка. Вот. Поставлю сюда. Прелесть. Так, что-то еще хорошего у нас есть. Тарелочки. Ой, это соусник. Вот тарелочка, красивая тарелочка. Краутхайм. Краутхайм, возьми. Егер. Вот какая-то красивая тарелочка. Прелесть. Угу. Какие края красивые у нее. Thank you.
каком качестве на новом телефоне, по-моему, лучше. Это уже современная кава. Бульонница тоже очень красивая, элегантная. Стеклянная тарелка. Открыточка. Так. Шкатулка. Лихта. Какая интересная. Какое интересное клеймо, я такого даже не видела никогда. Красивое очень. Шеби-шик, но трещина. Подставка под горячее, по-моему. Еще одна. Пластиковая тарелка. Но зато ручная роспись. Очень старая, наверное, где-то 30-е годы. Йохан Селтман, тоже старая. Thank you.
30-е годы. Показываю маленькие вазочки, меня просили, вот такие. Неподъемная лампа. Это камень. Хорошая лампа, кстати. Смотрите, какой у нее переключатель. Thank you.
Это натуральный камень. Наверное, когда-то она была очень дорогая. Какое красивое. Маленькая вазочка. А тут кто у нас? Башмак. Еще вазочки. Такие вот. Это цены. Начинается с 50 центов, самая маленькая, и 5 евро, самое большое. В среднем тут цены 1,50, 2 евро за предмет. Тарелочки, конечно, тут бесконечные. Вот это, кстати, тарелка десертная от пары, которая стоит здесь далеко. Очень много красивой керамики. Интересно, какое со сценками. Mm-hmm.
Здесь все по 50 копеек или по 1 евро. Старая тарелка. По-моему, болгарская керамика. Thank you.
Так, осталась я одна здесь. Смотрите, как это здесь все выглядит. Пока никого нету. Вот так вот это все выглядит. Вот, пожалуй, на сегодня все. Я ухожу уже. И желаю вам всего самого хорошего. И до новых встреч. Пока-пока.